Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаю проходить Героев Меча и Магии 5. В прошлый раз я закончил на третьем задании, на третьей, точнее, миссии, которая называется Служитель Культа. Служитель Культа, извиняюсь, и это все еще компания Лиги Теней, компания за чернокнижников. Это чернокнижника, как и называлась эта компания чернокнижника, да? Ну, не столь важно. Кстати говоря, в прошлый раз, насколько я помню, закончил о том, что вот эта вот армия Вайшана меня разгромила. И в том числе я не смог отбиться даже, скажем так, ручками. То есть в режиме ручного боя. Но я также отметил некоторые моменты, из-за которых у меня это не получилось. Скажу по секрету, я их сейчас не помню. И также что-то я тут подрасслабился с Райлагом. И Райлаг потерял большую часть армии в самом-то деле. И это может обернуться для меня проблемой. Здесь где-то бродит, точнее вот под землей. Под землей в пещерах под этим островом бродит герой, который может пойти как раз ко мне в город. И Райлагу либо надо его перехватить, либо надо вернуться в город. Слушайте, а наверное он будет его перехватывать. Непонятно, из какого города он будет вызывать ключ подкрепления. Тут нашел колодец маны. Я смогу призвать себе армию, воспользоваться колодцем, чтобы, собственно, восполнить ману потраченную. И пойти на перехват. Возможно, так и сделаем. Кстати говоря, сейчас будет не очень все приятно, поэтому давайте сделаем контрольный сейв. 19-е сохранение. Очень сложное здание, на самом деле. Да, достроим этот город. Алтарь первородных элементов. Я по-прежнему не знаю, как это работает. Река кто-нибудь там под серией предыдущий, там где я спрашивал, напишет, конечно, как это работает, но так чисто, чтобы вы знали, я начинаю выкладывать серии по героям в тех случаях, когда у меня вроде на хотя бы половина какой-то кампании, то есть половина кампании чернокнижника пройдена, я точнее всего начну их выкладывать. Там задержка получается достаточно большая, я делаю это потому что есть большая вероятность то, что, скажем так, я не закончу прохождение кампании, да, и там, скажем так, будет большая пауза где-то в центре кампании, чтобы такого не было, и стараюсь именно так делать. Когда я более-менее уверен, то, что кампания закончится, ну и точнее то, что я закончу кампанию, запишу все серии, то только тогда начинаю падать. Хотя сейчас я не уверен. В частности, из-за Вайшана. Ладно, давайте пробовать. Надеюсь, у него будет такая же расстановка войск, как и в прошлый раз. Да, само собой поражение. Вот там много драконов в нем, много прочей страшной фигни. Как мы расставляем войска? Мы, наверное, расставляем войска как-то вот... Не, гидра поближе, гидра все-таки умеет летать. Сюда вот к нем дракона, сюда ящеров. И здесь у меня стоят ассасины. Угу. Ну все. Да, он также поставил. Нет, они также поставили. Нет, также все нормально. Эти ребята сразу же пошли куда-то, да, в бой. Так, хорошо. Давай травить сразу фурии. Это фурии, конечно. Замедление на пещерных гидр. В прошлый раз, кстати, он точно так же сделал. Так, отведем чуть-чуть дракончика. Он там вернул какой-нибудь фаербольчик у нас. А, дракон хочет залететь, да? Также отведем ящера чуть-чуть.
Так, ну вы будете потихоньку тут умирать, к сожалению. Кейнное замедление. Давай будем замедлять ассасинов его. Или это не ассасин, это ассасин. Да, потому что они... Ну, надоедливые. Это одна из немногих единиц, которая у него сейчас может дамажить нас. А вот сейчас, внимание. Важно не совершить ошибку в заклинании. В прошлый раз я что-то там метеоритным дождем их накрыл. Но, насколько я помню, лучше наложить чуму на 5 ходов. Она и на боевые машины работает? Вряд ли, конечно. Да, не работает, естественно. Очень многих поражает. Так, пока отойди чуть-чуть. Палатка у него там сработала. Ага, пробил тут, да? Тут еще ров есть. Это не ров, конечно, но... Цель рва вполне. Так, чума пошла. О, нет. Того убила. Окей. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Я думал, на самом деле, над немощностью. Но, слушай, здесь... На кого немощность подействует? На них? Ну, на всех, кроме драконов. Самая большая угроза — это дракон. Снятие мертвых, нечестивое слово, огненная ловушка вряд ли мне понадобится. Хотя можно было бы, кстати, наложить. В цепь молнии. Давай огненный дождь. Накроем вот этих ребят, они что там толпой стоят сейчас. Ну, хотя немощность тоже будет полезна, потому что темные всадники, как минимум, да, которые также пойдут в бой, их 50 штук, мы их быстро не уничтожим. Да, они пошли в бой, естественно. Так, давайте вводить сюда гидр. Я вчера чуть отведем. Такая перестановка 8. Особо это нам помогло, правда? И еще и карающий удар на нее наложила, да? Плохо дело. И дракончики полетели. Драконам не понравились минотавры. Умирают мои девчата. Неплохо их калечит. Блин, очень ему повезло то, что он, конечно, пробил стенку. Это прям вообще не кстати для нас. Если будет отпор. То есть, бля, если бы он не пробил стенку, было бы все гораздо лучше. А так? Так у нас проблема. Да. Так, ну давай тоже кого-нибудь поднимем. Почему бы нет, да? Например, на ящерах они стоят. Неудобно. Давай вот вас поднимем. И продай всего. Дракончиков трахнули. Очень не нравится мои девчата почему-то.
Да, тут, конечно, сложновато пережить нападение, осаду города без магии призыва. Но на него замедление наложил, просто я наложил ускорение, чтобы компенсировать. Гидры редко ходят. Мне бы хорошо было, если бы они почаще ходили. И он опять их замедляет. Плохо дело. А, всё лишь двух. Слушай, погоди, у тебя что, так мало колдовства? Он так мало воскрешает, кстати говоря. У него колдовство всего девяточка. Такое себе, мягко говоря, дам. Так мы не выиграем. Так мы определенно не выиграем. Можно еще раз, конечно, попробовать. Можно попробовать еще раз. И надеяться, то, что в этот раз он не пробьет стену с первого раза. То есть у нас будет время наложить определенные заклинания и хотя бы их чуть-чуть покоцать. Потому что как только он наложил, точнее, как только он сломал забор, сделал дырку в нашей стене, то это все. Он туда уже пойдет ящеров, он туда пойдет фури и так далее. Слушай, а нет артефакта на колдовство? Нам прям сейчас очень он... урон от стихии земли. Усиливает молнию, скорость всех существ на плюс один. Кстати, неплохо. Удача противника на... А давай возьмем вот это вот. Скорость нам не помешает, кстати говоря. Но молнии, ну, слушай. Нет, я не использовал молнии, в принципе. Так, нет, давай построишь строение. Надеюсь, оно как-то вообще влияет. Давай, давай, еще раз попробуем. Конечно же, автоматом там поражение. Но ручками тут очень сложно выиграть. Дракон у него где-то вот здесь, там прям сюда залетает. Надо сюда поставить гидр. Как-то вот так их расставить. Слушай, а вот этот раз по-другому их расположил, смотри-ка. В этот раз он все сделал по-умному. Понятно.
отправится к нам дракон прилететь. Так, знаешь что, давай замедление тоже наложим. Но в этот раз не на ассасинов, а на вот этих ребят, они тоже довольно опасные для нас. Очень круто то, как они расположены в этот раз. То есть, чему так эффективно уже не наложить. Так, анимачный удар. 9 ходов. Но мы больше 9 ходов вряд ли проживем, поэтому давайте вот во мне удар. Немощность. Он прочитал немощность. Обращайте внимание, я раздел до 4 утра с миссией на самом деле. Но сегодня, как бы пятница, сегодня, естественно, работал. Поэтому я не выспавшийся, и я буду нести вся хрень. Ну, я всегда... Да, ты издеваешься, что ли? Опять он, ему повезло на этом же моменте, он опять ее пробил. Я хотел сказать то, что я всегда несу всякую хрень, но в этот раз буду просто чуть больше ее нести, чем обычно. Так, сейчас, наверное, будем встречать дракона, который к нам залетит. О чем? Давай тогда пока метеоритным дождем вас накроем, может, палатку вам хотя бы сломаем. Баллиста не ломается, да? У меня больше хп. Палатка ломается, палатки мало хп. Так, хорошо, кто у вас отравлен? Отравлено. Повезло. 22 урона нанес. Ох, ты как-то неприятно. Крающий удар и прямо на ассасинов. Воспользовался, да, моментом, то, что они там прям стоят все рядышком. Хорошо. Так, пока ожидаем. Ждем, пока перелетит дракон, на самом деле. Здесь вы неплохо кучкой собрались. Так, тоже ждем. Летит дракон. Сейчас он, конечно, жах. Так неприятно, ну да. Двоих одним ударом. У нас фури, кстати, еще нету, в этом проблема. Потому что на фури он очень сильно агрится обычно. Но я имею в виду бот. Так, давайте дракончика маленько помучаем. Угу, помучились, понятно. Дракона не поднять, где мои ящеры находятся, непонятно. Ладно, поднимем девчат пока.
Нет, такое нам не пережить. Ясно, понятно. Давайте поищем сейф. Например, вот этот. Чуть-чуть раньше, который сделан. Он сделан, точнее всего, тоже перед каким-то ключевым событием. А перед тем, как Релак отправился на поверхность. Знаешь что, не хочу я идти на поверхность. Давай лучше найдем героя, который здесь шастает. Можем, кстати, всех нанять. Можем потом нанять героя, который доставит их Шаде, если что. А здание по-прежнему остается сложным, преподносит сюрпризы. То есть, я думал то, что... Ну, точнее, вчера, когда я играл, я думал то, что... Ну, я уже на том этапе, когда мне, в принципе, страшны их атаки и так далее. Но это не так. Он тут просто-напросто брошен. Так, ты сможешь сюда забежать, забрать армёшку, нет? Наверное, да. Боевые машины у тебя есть? Заклинания ты никаких, к сожалению, не учишь. Ну и все, можете возвращать в твой город родной. Летняя, низкая. Попутно, кстати, можно убить, но там лошадок. Так, что я могу построить? Насколько помню, строил здесь драконьи погосты. Тут можно было нанимать уже драконов. Но сейчас мне не хватает денег и руды. Подождем. Подкопим. Противник там уже приходит к нам с 7 драконами. А, шестью драконами, извиняюсь. Мы должны быть к этому готовы. Где единорога? Там есть проход, но... А здесь не отхвачено, да? Где у него город? Я хочу найти еще один город. Солдатская удача, да? Нет, ничего она меня не учит, эта ведьма, к сожалению. Вот у него город. Слушай. Так это ж... Это ж будет мое, наверное, да? Хотя он, наверное, сейчас наймет армию. Я получу люлей. Так, руды мне все еще не хватает. Давайте смотреть, что произойдет. Ну, он сейчас донаймет, точнее всего. Прям вангую. Средняя угроза, да. Видите, он донанял. Мы все еще можем взять этот... А. Вот оно что. Там второй герой есть. Еще более сильной армии. Да, у нас не такая же большая армия, кстати говоря, у Рейлага. А этот... Нет, этот еще сильнее. Хотя не, это он. Это тот, от кого мы получили, кстати, поражение, да? 8 владычиц тени, 6 драконов, 58 ящеров. Ну и все в этом духе. Да, это он. Ты добежал-то, конечно, а? Так, давайте жахнем. Три шесть, маловато. Да, как ты так поставишь, чтобы она могла бегать? Арбольчики полетели. Да, да, это тот самый противный герой. Там гидра мне сольет. Вызываем подкрепление. Причем срочно. Драконов у меня нет. Да, у меня нет драконов.
Силен. Вне города с тобой, конечно, лучше не сталкиваться. Мы чуть-чуть попадаемся, но у него еще инициатива, блин, высокая. Он, видишь, он уже идет, он уже атакует. То есть у меня прям почти никого не осталось. Прям поднять кого-то такого, кто будет долго жить здесь. У меня нету таких ребят. Я, конечно, могу поднять вот 8 девочек или 6 гидр. Давай 6 гидр, наверное. Но у них будет уже меньше хп, и они будут чуть слабее. Ну и все понятно. Есть, короче, у него еще сильная армия где-то в запасе. Надо ее будет как-то разбить. Так, да, загрузим вот этот сейф. Что здесь еще можно сходить? Проход интересный. Чисто разведаем чуть-чуть карты. Вряд ли, конечно, тут куда дальше уйду. Не телепорты, кстати. Средняя. Низкая. Это ты многовато потеряла, нет? 25. Давай ручками. Вот, типа гидр, это, конечно, мощно. Но только куда их ставить? Они еще и в одном стаке. Слушай, а есть какой-нибудь прям... Либо замедлить их можно, либо убить сразу 8. Давай-ка мы тебя пока замедлим. Угу. Не настолько, конечно, хорошо, как хотелось бы, но все-таки. Блин, а гидры не дойдут до них, да? Жаль. Так вот моих всадников. Почему накладывать смысла нет? Вот шок земли, наверное, самое то, да? Я как-то маловато 8. Ну что они такие жирные по количеству хп? Такие будут сопротивляться. Ну ладно, давай попробуем. С двух сторон все-таки фигачит. Напугали моих гидр. Да такие же, по-моему, потери, только на одного ящера меньше. Ну ладно. Так, здесь я коплю на драконе по ГОСТ. Здесь главное релак, чтобы сейчас не нарвался на того самого героя. С огроменной просто армёшкой. А вот и он ходит, да? Он пойдет, наверное, за мной. Блин, 5 по ручке.
Уж тебя-то реально... Хотя, бля, они с разбега, наверное, да? Они типа с разбега идут. И они с разбега прям накрывают всех. Ну, то накрывают, говорю. Атакуют. Поэтому, собственно, столько и потерь. Попробуем вот так как-нибудь расставить. На два стака. Давай элементали. Только неземных, пожалуйста. Когда я это говорю, всегда приходят они. Понимаю. Лучше бы призывал Феникса, на самом деле. Так, что с вами можно сделать? Давай я вас замедлю, наверное, прежде всего. А, единороги. Да-да-да. Большое существо, аура магического сопротивления. А как она работает? У отряда и дружественных отрядов, находящихся рядом с ними, магическое сопротивление увеличено на 30%. То есть максимально неприятно. Давай Феникса вызовем. Раз они маги хорошо сопротивляются, будем жечь огнем. Пять и восемь. Неплохо, кстати. Ой, ей еще и повезло. Элементали, блин, бесполезны просто. Особенно вот эти вот каменные. Пока до них худшие дойдет. Полвека пройдет. Феникса инициатива хотя бы нормальная. Интересно, есть какой-нибудь артефакт, который повышает инициативу именно призванных существ? Наверное, нет, да. Интересно, куда-то я вышел, конечно. Ну да ладно. Так, набираем денег. Деньги не лишние, особенно если ты собираешься строить драконий погост, да? Единорогов не будем трогать. Магическое сопротивление, другая противная фигня, идите нафиг. А, так, строим или еще не строим? Одной руды не хватает. На одну руду-то мы можем, наверное, на рынке выменить, правда? Ну да, на ту же серу. Который у нас каждый день приходит в хорошем количестве. И все, теперь мы здесь можем нанимать дракончиков. Что мы можем построить в этом городе? Можно уже драконий трон строить. Давай алтарь элементов пока. Сейчас ключевой момент, куда побежит вот этот паренек. Если он побежит вон туда наверх, это значит, что он скоро вот выйдет где-то вот здесь снизу. Он побежал за Рейлагом, похоже, да? Плохо, на самом-то деле. Это их там прям толпа собралась. Вы собираетесь взять мой верхний город, кстати говоря? А здесь, кстати, бежать некуда, да? А, нет, здесь есть куда бежать. Какой-то удлиненный остров. Кого я пропустил? Арбалетчиков. Фонтаном удачи. Но если что, на обратном пути его посетим. Единорогов, похоже, на этой неделе будет очень много. Так, уже посещалось. Давай. Так, что я тут хотел сделать? Я хотел нанять армию, прежде всего. Нет, прежде всего я хотел апнуть гидр. Апаем гидр. И нанимаем армию. А есть горячие клавиши какие-нибудь тех существ? Видимо, нет. Денег хватило буквально вплотную. Армёшка у нас становится серьезная. На артефакты, естественно, денег уже не будет. Так, ну и пока
Слушай, куда бы тебя отправить? Очень низко. Ну иди убей единорогов. Дай спокоя. На 19 уровень. Ей надо находиться, на самом деле, где-то между городами сейчас. Потому что и туда может пройти герой вражеский. Это плохо. Он преследует меня. Средняя угроза написана. На ящера. Слушай, да ну, ты чё, танцующих со смертью терять ящера? Ящер, у меня их всего 7-то, ёлки-моталки. Ты чё? Так нельзя. Да их и мало так-то, блин. Ящер, правда, там заперты, это вообще не круто. Ну, следующий пойдет ты. На, получи, и заодно траванешься. Еще и баллист работает на ура. Этих можно вообще сразу же грохнуть. Как он ящера умудрился потерять? Давайте обычные, потому что там дальше будут атаковать владычицы тени. Вообще, кстати, ману можно было не тратить. Типа да, я часто соглашаюсь с потерями, но, скажем так, ветеран все еще позволяет это делать, и большей части прохождения. По крайней мере, за некромантов я вообще никаких трудностей не испытывал. Но вот здесь, конечно, надо прям по максимуму войска беречь, экономить. И стараться лишний раз никого не терять. Так, что мы сейчас, наверное, сделаем? Сходим в верхний город, заберем оттуда армию. Хотя я же хотел здесь, типа, героя нанять. Почему не нанял? Потому что, наверное, это дорого. И они, судя по всему, хотят напасть на мой нижний город, учитывая то, что они прошли мимо вот этого портала, который ведет к верхнему городу. А там у них где-то еще портал, который выходит... Ну, не здесь. Погоди, где-то... Короче, где-то возле нижнего города. Вот, вот здесь. Даже башню Марлетта так и не посетил. Поэтому будем к этому, если что, готовы. Да, вот видишь, они пошли наверх. Значит, то, что они выйдут там внизу. А это все еще меня преследует. Там написано средняя угроза, но это же тот самый с большим количеством, да? На всех мне, наверное, денег не хватит. Давайте наймем прям самых-самых, которые нам пригодятся при осаде города. А, фурии, само собой. Ящеры. Минотавры. Как-то так берем. Плохо, у них армия, кстати говоря, копится. Хочется мне их разбить. Блин, не, ты чё? Ты чё такие потери-то? Слишком много. Ясно, где они стоят? Они ещё и в одном стаке. Вообще надо как-то отыграть без потерь, по идее. А, слушай, прям далеко-далеко их не отогнать, да?
С потерей получится. Дракона ж вы не убьете, правда? Много урона внесли, но не убили. На том спасибо. Фурии сейчас пострадают. Боты очень не любят фурии. Да, Прокаш. Ты издеваешься. Почему ты их всех убил? Ладишок земли всего лишь пятерых убьет. Блин, мне кажется, вообще не стоило на него рыпаться. Это потеря. Один, два. Так, давай разрушающий луч для начала на тебя. Сколько ящеров вот потеряю? Ну, отпор надо снять. Два ящера. Чтобы драконы могли отжарить его без урона. Минотавры должны добить. Угу. За фурии обидно. 20 фурий, блин. Это дополнительные 800 монет. Ну и плюс опыт, само собой. Самое главное, наверное, тут опыт. Сколько тебе до опыта? Еще много? Ой, до опыта говорю. До уровня. Вот у него уровень. А, 100, короче, 7000 еще. Низкая. Давай на очень низких пока. 7 ящериц теряю. Нет, 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 нет. Никак нет, слишком плохо. Не сопротивляются магическому урону, поэтому не будем... Наверное... Слушай, пойдет вообще это повышенный, да, который... То есть... Единороги с грейдом, вот что я хотел сказать. Но способность такая же, также 30%, ни больше, ни меньше. Слушай, ну ты точечные заклинания отклоняешь. А вот заклинания, которые... А давай феникса просто. Как голову морочит, правда? Семь бед и один феникс. Хорошо, мы без потерь отыграли. 3000 опыта дополнительных. Так, вот теперь внимание. Сколько ты до опыта, до уровня? 5000. Нет, с двух сундуков столько опыта не получу. Потом берем деньги. Похоже, в любом случае с ней придется сражаться. Да нет, я хочу в город войти и чего-нибудь тут построить. Пещера хаоса.
А в втором городе? А, я знаю, что я в втором городе могу построить. Нет, не хочу. Давай пещеру хаоса. Вот тут тоже нанимались нормальные гидры. Поражение. Герой сбежал с поля боя. Но тут, конечно, сложновато выиграть будет. Да, это самая армия. Огроменная. Так, давай уменьшим фурии. Прям на максимум, насколько можем их уменьшить. Количество я имею в виду, конечно же. Может, он потом будет их пытаться воскресить каждый раз. И у нас будет какой-нибудь буст определенный насчет этого. Хочу поставить стену огня, но, блин, нам и феникс уже нужен. Это ж магия призыва, стена огня, правда? Да, это магия призыва. Хорошо, по идее он половину инициативы тратит, верно? Видимо, неверно. Блин, неудачно их поставил на тавров. Убежать, ну, к девочек. Нет другого выхода. Так, давай феникса. Восемьдесят шесть. Какая же имба эта стена огня все-таки, а? А тут, блин, что-то омочи, что-то о, да? Ну, драконы следующие атакуют. Давай драконов, может повезет? Нет, не повезло. Надо кого-то поднимать. Точнее всего, из мертвых. Значит, мы тут так долго не протянем. Я никого толком поднять не могу, потому что они стоят на них, да? Это у меня гидры были. Давайте понадеемся, то, что мы доживем до гидр. И хотя призыв элементарий такая бесполезная херня. Может, чуму? Но он дракон, а чума не действует. А у меня и нету чумы общей, кстати говоря. Так-то. Давай попробуем. Следующий ход воскресим гидр, который он там стоит. Да. А слушай, элементали воздуха пришли с высокой инициативой. Да чё, мне стало вести внезапно, правда? Так, давай... Давай. Слушай, а может быть замедлить минотавров? Их тоже много, в принципе. Они представляют определенную угрозу. Мне не хотелось бы, чтобы они сейчас ходили.
А почему они не сопротивляются, кстати говоря? Давай драконов попробуем, чё? Там еще ящер такой, типа, внес свой вклад. Блин, надо было отвезти Феникс, он же там стоит на войсках моих, которые мне надо риснуть. Так, что делать? Как мне выживать? Небесный щит наложить? А, я могу воскресить, в принципе, вот этих девчат. Пока, да? Да, 8 штук. Это тоже довольно серьезно. Ты отравлен? Ты отравлен. А, вообще не тем существом сейчас тут атаковать. Так, нет, давайте в оборону, хотя вряд ли это вам поможет. Правда. Блин, надеюсь, тебе повезет. Да, ему повезло, убиваем дракона. Пожалуйста, повези, мне это очень надо. Хорошо. Арбольчики, это, конечно, очень. Так, давай... Воскрешать опять-таки. Кого можно воскресить? А, девчат, пусть потанкуют еще. Вряд ли на гидро он сагрится, точнее всего он будет атаковать девчат сейчас. Так, нет. Слушай, а вас бы вообще куда-нибудь отвезти подальше? Опасное место. Ой, сейчас как жахнет. А, он все, убежал. Он решил не заканчивать этот бой. Герой-то поднялся на новый уровень, но он остался без армии. Хозяин земли. Огненная ловушка и землетрясение усиливаются. Для этих заклинаний колдовство увеличивается на плюс 4. Не, слушай, если ты мне вот огненную стену усилил, то я бы с удовольствием взял, а так нет. Все заклинания магии хаоса, сотворенный герой наносит призванным существам двойной урон. Да. Мысли заклинания хаоса. У меня вообще нет этой школы вроде как. А искусственная защита. Навык, который уменьшает урон, наносимый вашим войскам в ближнем бою на 30%. Берем это. Так, и мы остались... Без армии. Слушай, из какого-то города будешь, если что, призвать подкрепление Сан-Галисали. А Сан-Галисали это вот это у меня город. А я могу здесь кого-нибудь нанять? Немного могу нанять, хорошо. Так, куда? Зачем я это нажал? Само собой, там будет смерть. Ладно, затупил. Автосохранение. Сейчас бы по-хорошему вызвать войска из города и взять их город. В котором, кстати говоря, войск-то толком не будет. Наверное, мы так и сделаем. Скоро еще новая неделя начнется. И на новой неделе мы сможем... Набрать себе армию. Сейчас. Сундук забыл. Золото мне понадобится, естественно, для армии. А, забыл сегодня призвать войска, но мне и маны мало пока. Колодца, к сожалению, на этом острове нет. Посещалось. Боевые машины. Так, давай, Дикса. Города, наверное. Thank you.
Там еще два героя есть. Но это тот самый, который сбежал. Нет, это Летос. Это еще какой-то новый. И Хафиз. Хафиз, ладно, у него толком войск нету. Так. Новая неделя еще не настала. Ну, Райлак на самом деле все еще есть в таком поджатом состоянии, то есть он никуда, в принципе, деться-то и не может. Ну, все, что ему остается, это сидеть и надеяться, то, что к нему не придут. Я магов 4 уровня. Тарь первородных элементов. Не буду ничего пока строить. Это не то, что мне, меня спасет. Армии здесь нету. Здесь тоже армии нету. Копим деньги на армию. Как раз таки сейчас новая неделя начнется. Да, маг пошел к Райлагу, к сожалению. Что? Что, погоди? Блин, мне кажется, плохо все это все-таки закончится. Надо было Райлага оттуда вывести. Надо было его оттуда вывести. Ну, ладно, там 610 лучников. Удачливый чародей. Сильная магия света. Повелитель огня. Умение, которое позволяет заклинанием огненный шар и Армагеддон повреждать доспех. А, существа, на которые действуют эти заклинания, лишаются 50% защиты на один ход. Ну, какую себе? Давай лучше удачливый чародей. Гораздо более интересно. Герой никуда не пойдет. Так, из какого города ты вызовешь подкрепление, если что? Сан-Гальсаль все еще. Хорошо, нанимаем, значит, армию в Сан-Гальсале. Ну так мало, потому что драконы, да, дорогие? В первую очередь нанимаются драконы, я понял, хорошо. Это мне нафиг сейчас не нужно. Да и серы нам такое количество тоже не нужно. Так, только на деньги меняй, а не на самоцветы. Э, 300. Так, ну как-то так. Давай призовем тебе подкрепление. 77 маны. Всех призвать не сможем. Выбираем самых нужных. А, не, сможем всех призвать. Что-то я просчитался на первый взгляд, да? К арбалетчикам, естественно, не пойдем. Небольшая у него все еще, конечно, армия. А он может получить люлей вот от этих ребят. Угу, маг увидел то, что... У Райгала появилась армия, теперь он для него представляет опасность. А ты идешь все-таки в мой город, да? Ах ты ж мерзкий. Сколько я там... В смысле, почему ты так далеко ходишь? А ты не успеешь, да, вернуться туда? Могу я сдать город на некоторое время ему? На 2 дня примерно. Вопрос в этом. Я всех нанял существ здесь или нет? Нельзя дать ему его армии стать еще сильнее. Поэтому нанимаем здесь всех существ. Забираем их себе, чтобы не потерять. Я бы нанял какого-нибудь... А, все, поздно. Героя в этот город, чтобы он как бы его оборонял.
И сразу же спамит героями, да? Господи, какой ты прям противный максимально в этом плане. Так, продаем все ресурсы. Нанимаем армию на все, на что можно. Да, угроза средняя. Посещалось. Ах ты ж, а тут меня встречают, да, уже? Давайте сделаем сейв контрольный, посмотрим, что из этого выйдет. Там дракончики у него есть. Можно куда-нибудь попытаться убежать? Куда-нибудь вот сюда, например. Наверное, нет. Интересно, он нападет или нет? Мне кажется, он сыканет. Пойдет назад. Вообще мимо прошел. И что это такое? Так, здесь поражение. Хорошо. Неплохо. Откуда у тебя опять такая армия? 37 гидов, мать твою. 20 владычиц тени. Прям... Я не устаю поражаться, на самом деле. Он постоянно откуда-то достает какого-то джокера, который ему спавнит просто армию. Причем таких размеров, то что, мягко говоря, охренеешь. 39, да? Пять, восемь. Так, ну драконов надо в бой посылать. Они в любом случае умрут, так они хотя бы подамажат. Это было быстрым. Ну, гидры уйдут, точнее всего, оттуда. Ну, попробовать стоит, они хотя бы какой-то урон получат. Они вообще никакого урона не получили. Прикольненько. Неплохо ему, кстати, повезло. Прям реально неплохо. Так, давай-ка... Нет, не разрушаешь, лучше давай замедление на вот этих мадам. Вина не отклонено. Феникса срочно. Прям максимально срочно нужен Феникс. Значит, поражение прямо сейчас. Горят, типа, владычицы тени. Он еще и призвал себе элементалей. Там элементали воды.
Хорошо, не повезло. А, все, у меня и маны нету. У меня даже нету маны, чтобы что-то здесь прям сделать, да? Ну, это уже так, на самом деле. Зла чисто. Хотя без отпора. Я бы, наверное, так же сделал в любом случае. Ну, сейчас 20 элементалей еще сделают пакость. Ну да, конечно. Может, тебе повезет под конец-то, не? Не, не повезло. Один Феникс может убить 6 драконов, если ему повезет. Ну, видимо, не сегодня. Но без маны я не смогу даже сейчас вас поднимать существ, чтобы, скажем так, продержаться чуть дольше. И чтобы Феникс там как-то мог порешать вопросы. Это определенно поражение. Да, наверное, на этом закончим эту серию. Не продвинулись мы почти ни капельки. Точнее, все придется загружаться с того момента, когда релак у портала, и возвращать его в освояси. Но в любом случае, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Я надеюсь, вам нравится прохождение. Серии 100, наверное, будет вот. До 100-й серии мы будем сидеть на этом задании. Но в любом случае, я как бы, скажем так, показываю все как есть. Так прохожу, что получается, не получается. Не всем наверняка это нравится, но как-то, знаете, все это урезать, сказать, и оставить только тот вариант там, где я прошел, будет, мне кажется, тоже как-то неправильно. Хотя и мучить вас этими всеми сериями тоже, наверное, неправильно. Ладно, не знаю, в общем, подумаю, как сделать. Хотя, точнее всего, когда я буду монтировать, я забуду про свои слова и просто их всех отрендерю, эти серии. В любом случае, как я уже говорил, на этом сегодня все. Всем удачи, всем пока.